Хроника масштабного проекта федеральной сетевой компании в Санкт-Петербурге. Ага, я держу. Мы наблюдаем прокладку высоковольтного кабеля до подстанции Пулковской. Все, давай, скорость 7. Основа магистрали – кабели сверхвысокого напряжения 330 кВт. От их надежности зависит энергетическая безопасность мегаполиса. Еще пару лет назад такого уровня кабели в России не производили. Сейчас мы находимся на территории одного из передовиков российской кабельной промышленности. Только на этом заводе в России производят высоковольтные кабели 330 кВт. Отраслевой гигант «Таткабель» построен в Казани. В основу производства заложены передовые международные технологии. Мы являемся на территории Российской Федерации, на территории стран СНГ, самым крупным, самым современным заводом по производству высоковольтного кабеля. Держать ведущие позиции помогает работа в группе компаний. Уникальный для России бизнес-проект обслуживает все основные направления энергетической отрасли. От производства кабеля до разработки и создания собственного электротехнического оборудования. Сегодня уже более 10 российских предприятий объединились под брендом группы «Инвент». Как создают и испытывают современное электрооборудование? Находится в идеальном состоянии. Как работает единственное в стране производство кабелей 330 кВт? Как раз сейчас производят соткабель для данного проекта. Почему до запуска производства в Казани Россия вынуждена была закупать кабели сверхвысокого напряжения за рубежом? Отсутствие таких центров, оно в принципе сдерживает развитие отрасли. Всего несколько минут езды от Казани, и мы попадаем в Технополис. Когда-то здесь был пустырь. Сегодня это современный промышленный город, созданный группой компаний «Инвент». Не льготная территория и не особая экономическая зона, а технологическая площадка, построенная на деньги частного капитала. На территории три инновационных предприятия. Это завод по выпуску предварительно изолированных труб. Рядом электротехнический завод «Инвент Электро». Сейчас же нас интересует производство кабеля. Перед вами самый большой в России коммерческий барабан. В высоту 4 метра 30 сантиметров способен уместить на себе до 600 метров вот этого гигантского высоковольтного кабеля. И все вместе весит 26 тонн. Один из первых этапов – процесс скрутки жилы из медной проволоки. Это тот самый кабель, прокладку которого мы наблюдали в Пулково под Санкт-Петербургом. Сначала крутится каждый сектор отдельно, и на следующей линии, линии общей скрутки, уже скручивается непосредственно общая жила из этих 5 секторов. Кабели, произведенные здесь, обеспечивают энергоснабжение не только Петербурга. Одним из знаковых проектов стал Олимпийский Сочи, но есть еще и Москва и подстанции космодрома «Восточный». На счету «Таткабеля» и группы «Инвент» уже более 85 знаковых для страны проектов. Сколько времени уходит на производство такого кабеля? По кабелю 330 кВт, сечение 2500 квадратных миллиметров, это около 50-60 дней. Теперь жилы нужно изолировать. Самый сложный и длительный из этапов производства. После нанесения трех слоев внутренней изоляции кабель дегазируют. Из пустот в проволоке и изоляции удаляют взрывоопасные газы. Процесс длится 15 дней. У нас есть время изучить другие производства группы компаний. Технический директор демонстрирует продукт, произведенный на новой линии. Это защитная оболочка из полиэтилена низкого давления. На заводе ТАТ-теплоизоляция производят теплоизолированные трубы и отводы для теплосетей. Данное оборудование, оно не у всех применяется. Мы имеем возможность производить трубы большого диаметра, предназначенные для магистральных тепловодов. Здесь применяют технологию труба в трубе. Металлическую трубу или отвод помещают в трубу из плотного полимера. Свободное пространство заполняют пеной. Такая продукция полностью позволяет избежать наружной коррозии металла и на 30% снижает теплопотери при доставке горячей воды от теплоэлектроцентрали до потребителя. Срок службы 45 лет. Эти отводы — наша особая гордость, уникальность в том, что это достаточно большой диаметр, в том, что здесь требуется специальная резка на сегменты, достаточно точная резка, потому что здесь отвод 90 градусов. Эта партия отводов отправится в Казахстан на прокладку тепломагистралей к объектам Экспо-2017. Мы же перемещаемся в соседнее здание, на территорию третьего предприятия Технополиса и крупнейшего электротехнического подразделения группы компаний «Инвент». Вот в данном случае мы видим ячейку
КРУ, комплектное распредустройство, которое прошло в полный цикл коррекционных испытаний в научно-техническом центре ФСК. Цель эвакуационных испытаний – это защита обслуживающего персонала и минимальное разрушение конструктива ячейки. Блок релейной защиты в идеальном состоянии. Безопасность – один из важнейших стандартов качества электрооборудования. Прежде всего, производство должно быть высокотехнологичным, говорит технический директор завода. Мы находимся в цехе по производству металлоизделий, что является у нас начальным этапом всех технологических процессов. Станки позволяют кроить из металлических листов сложнейшие формы. Металл оцинкованный. Сварку, убивающую цинковый слой, здесь не применяют. Детали собирают методом клепки, а это значит, что продукт устойчив к коррозии. С правой стороны вы видите распредустройство, предназначенное для снабжения московского метрополитена. А вот это? Сборка низковольтных панелей для российских железных дорог. Все оборудование здесь собирается под конкретные проекты. Группа конструкторов-технологов прорабатывает заказ, разрабатывает схемы, конструктивные решения, компоновку и электрические схемы. Только после этого проект запускают в производство. В этом же здании, в соседнем цеху, производят блочные комплектные трансформаторные подстанции в бетонной оболочке. Вот это чистый бетон. Сами оболочки отливают здесь же. Ну, вот как она выглядит, эта подстанция внутри. Полной заводской комплектации, готова к поставке заказчику. Еще один представитель электротехнического направления группы компаний – завод «Татек». Базируется в городе Заинск. От Казани 250 километров. В 2014-м глава предприятия Сергей Афонин руководил установкой и подключением подстанций в Олимпийском Сочи. Это вот РЖД, здесь вот у нас Москва. Значит, и дальше по цеху мы видим... Вот, значит, эти желтые — это Санкт-Петербург. Да, Ленэнерго. Бетонные оболочки трансформаторных подстанций в Заинске отливают по размерам заказчика. Здесь же их сшивают и красят. В соседнем помещении собирают электрооборудование. Ребята устанавливают металлоизделия, вторичные цепи. После продвигаются на испытания. А этот завод построен в городе Урусу, в 200 километрах от Заинска, практически на границе с Башкирией. Мощности позволяют производить около 100 подстанций в месяц. Вот это, например, произведена для РЖД. А вот эта партия готова к отправке в Карелию. Мы же возвращаемся в Технополис на производство высоковольтного кабеля 330 киловольт. Кабель прошел процедуру дегазации. Осталось нанести внешнюю оболочку, да? Вот она как раз. Внешняя оболочка. На данной линии у нас накладывается алюмополимерная лента и оболочка. Как раз это материал для полупроводящего слоя. Процесс производства кабелей на заводе полностью автоматизирован. Технология сложная, наукоемкая. Большая часть сотрудников группы компании «Инвент», в том числе и рабочие, окончили технические вузы. А средний возраст специалистов здесь 35 лет. Вот мы уже видим наш готовый кабель с нанесенной маркировкой, после которого данный барабан с данным кабелем уже уходит на приемо-сдачные испытания в испытательную станцию. Воплощенное будущее кабельной отрасли страны. Одна из самых мощных испытательных станций в России. Введена в эксплуатацию в начале 2016 года. Отсутствие таких центров, оно, в принципе, сдерживает развитие отрасли. И не только кабельные, а в принципе электроэнергетики, да, потому что развитие новых продуктов, особенно высоковольтных, требует испытательных центров. Испытательная станция завода «Таткабель» на 700 киловольт строилась с расчетом на будущее. Благодаря этому завод уже произвел первый опытный образец кабеля на 500 киловольт и провел его испытания. Сейчас центр позволяет испытывать не только продукцию предприятий группы «Инвента», но и как независимый испытательный центр готов принимать на испытания продукцию других компаний. Само название «Инвент» – это инвестиции в энергетические технологии. Оно объединяет всю концепцию группы компаний, ориентированную на развитие электротехнических направлений, кабели, продукции для тепловых сетей. Все это с собственным инжинирингом и строительными работами. Основной объем инвестиций «Инвент» направлен на импортозамещение. Группа компаний активно внедряет передовые технологии для создания отечественных высокотехнологичных продуктов, в том числе в области комплектующих.